Ну, доктор Рыбалин, в руках у него рецепт. Мы с вами, когда ехали, я говорила, какими природными богатствами лечебными обладает город Кулаканава. Именно этот человек построил на высоком берегу самый первый санаторий. Назвал его Береговая. В левой, как получается, в правой руке у него чаша. Эта чаша символизирует, что в 1906 году искали пресную воду. Когда нашли, сделали химический анализ, оказалось это минеральный. И доктор Бузинский строит там третий санаторий. Этот санаторий был построен в 1919 году и назывался он Лучуга. Все лечебные свойства, которые здесь описаны, и винограда лечения, и лечение песков. Ребята, мы там выходили на берег, да? Галечные пляжи. Тянутся они от морского пассажирского порта и в сторону Кудорова Малого Дрижа на 13 километров, это галечная пляжа. Отсюда же мы с вами сейчас посмотрим, начинаются пески. Пески, вот я вам говорила, что в районе Джимете была найдена минеральная вода. Джимете — это золотая россыпь песков. Пески золотые. А почему? Кто мне подскажет? Цвет. А еще? Солнце. Солнце. А самое главное, что река Кубань, которая несла свои воды, одним рукавом впадая в Черное море до 1819 года, нанесла пески. В нем кварц. Кварцево-шпалевые, крупные мелкие зернистые пески. А кварц – это кварцевание палат? Понятно, да? И вот представьте, мы наступались в водах Черного моря, мы с вами на мокрое тело налили хорошо песочек, легли в затишье, понятно, чтобы не обдувало сильно. Солнышко обычно, это минимально, как и нормально, 10 часов утра у нас. Ну, либо уже там 16, 17, когда солнышко меньше становится. И, пожалуйста, 10-15 минуток мы с вами греем наши косточки. Убиваются микробы кожи, на которой на коже находится. То есть лечение песком называется самолечение. То есть это еще один вид лечения. Два вида минеральной воды. Два вида грязи. Здесь вы видите грязевые вулканы. Ну, уважаемые, не съездим мы в грязи, не искупаемся. Но, в принципе, можно заказать, и они нам грязь могут поставить. Специально у них она обогревается. Есть такие большие ковушки. Бочки, в которых можно это получить. А в грязи, грязь – это вулканического происхождения, не убей его. Очень хорошо лечит наши кожные покровы, очень хорошо лечит остеохондрозы. Значит, это грязь вулканического происхождения. Есть еще органического происхождения. На дне соленых морей, озер, либо плавней находится грязь, иловая грязь. Это в ней все росточки, разные песочки, которые приходят, вместе растительные, перерабатываются нашими бактериями и образуют эту иловую грязь. Она очень хороша, тонизирует нашу кожу, улучшает обмен веществ, то есть два вида грязи. Одна бревчая, мы ее можем взять, продается, мы нарошли, прочли, что грязевое мыло, либо грязь продается. А вот уже органического соединения мы с вами не сможем взять, только на территории санатория. Доктор Бузинский очень много сделал, значит, построил на высоком берегу в Анапе в 1898 году. Собственно, его был памятник поставлен, когда городу курорту было 100 лет. Затем второй санаторий он построил, Кремлюк, находится на территории Пионерского проспекта. И третий вот как раз санаторий, где была найдена минеральная вода. Ну, что еще можно сказать? Это наш санаторий, перед которым мы стоим. Это санаторий Кубань. На первом этаже мы с вами видим, когда начинается дождь.